Всем салам алейкум, народ. С вами Самат. Я Абат Абалаев. Да. И мы решили так поэкспериментировать, да? Да. Считай. Настоял Самат. Да. Получается, мы сейчас у себя дома. Вот. Наш дом. Мы решили поэкспериментировать, как переночевать в машине. Да. Удобство. Интересно, короче. Да. Как будет это вообще? У нас машина не маленькая, которая в аренде, короче, кроссовер. Короче, если вы вот приехали в чужой город, но не успели забронировать номер. Тем более в карантин. Да. Или, ну, получается, на машине приехали. И вот так вот, если остались. Ну, эксперимент получается. Да. Оценим. Как это будет? Да. Как будет вообще? Можно ли спать в машине? Ну, мы все это на эмоциях расскажем, да. Как наше будет выспаться. Можем ли мы вообще выспаться в машине? И тому подобные вещи. Я думаю, можем выспаться в машине. Вот. Абат сказал, что, наверное, не выспится, а я думаю, что выспимся. Я не говорил, что не могу, просто я сказал, там удобства будет мало, там не будет туалета, например. Как с туалетом здесь получается. Умыться, например, и среди ночи ты не можешь открыть холодильник. Да. Когда ты захочешь что-то поесть. Но есть плюсы. Можете сразу заводить машину, поискать магазин, если проголодались. И уехать. Там же остаться, можно переночевать. Но это сейчас все будем говорить. Да, по ходу дела. Все, будьте с нами, дальше больше будет интересно. Получается, на поле, да, на бегает. Там поле открыто у нас. Там Айя Алихан, да, и Багдад. Да, там индийский Махабад. Да. Там, короче. Друг за другом бегают. Да, короче, индийский. Да, вот как-то так, да, короче. Сейчас будем экспериментировать. Ищем магазин. Да, сейчас зайдем в магазин какой-нибудь. Воды как бы взяли, да? Да, воды взяли. Вода есть? Наверное, я думаю, то, что не мы одни. Да, вот. Хочешь поэкспериментировать. Да. Тоже лежал, но мы ему помешали. Ну, тут я то, что заметил, многие сейчас в машине сидят. То ли они будут ночевать, то ли уедут, я точно не знаю, вот, например. А вот то, что они сидят в машине сейчас, в 12 или час, да? Они час, все в машине. Время 12 ночи. Сейчас, получается, время уже 12 ночи. Некоторые уже машины сидят и PUBG Mobile там запускают. Да. Но у нас получается как бы такой эксперимент хотим вообще. Попробовать. Да. А вот уже хочет уснуть уже. У меня что-то уже, да, есть такое. Вот машина сейчас подошел, короче. И вот так, типа вот таким дичим чуть прикрыли вот. И такое бывает. Вот такое. И вот получается, там сосед, короче, машет. Так. Вот здесь. Вот у некоторых, короче, она как. Свет включи. Ладно, сейчас. Вот. У некоторых здесь получается пепельница, а она у меня получается как копилка. Монетница. Да, копилка или монетница, короче. И тут прилично монет. Вот думали сейчас купить хавчики. Да, вот монета. Воды есть, в принципе, вот монета. Да, здесь нормально. Хавчик уже 12, где-то 15 уже прошло. Да. Пока еще ходим. Люди еще ходят, да. Оказывается. И тут и рубли получается. И рубли есть. Там видно, нет, короче, вот рубль. Да. Посчитали. Ребята, кстати, можете откладывать в машине свои монеты, они, оказывается, пригодятся. Вот у нас сейчас наскребли где-то 600 тенге. Угу. Мелочь считать, честно говоря, дело мелочное, оказывается. Вот так вот. Где-то 600 тенге здесь. Где-то еще есть. Сейчас пойдем, поищем хавчик. Ну, если вот такой вот нестандартной ситуации, если попали, приехали в чужой город. Чужой город. Ну, допустим, на машине негде переночевать. Ну, всегда можете откладывать монеты. У меня сейчас 600 тенге. И мы идем. Вон тут наш магазин. Вон там, прямо, да. Она 24 работает на 7. Да. Давайте пойдем посмотрим. Да. Пока не закрылось. Ну, вам лучше искать, где будет работать. Да. Сейчас карантин как-никак. Да. Но мы идем. В принципе, мы сейчас здесь живем. Да. Да. Поменяли где? А сейчас будем ночевать здесь. Вон, закрыли. Посмотрим. Вот, получается, здесь автомойка. Как бы в закрытом режиме работает. Вот, получается, купили
Колбаски? Да. Чесночные, да, как она сказала? Да, да, да. Мы хотели сэндвич там, вообще ничего не оказалось поесть. И решили вот так взять. И мне предложил сама взять хлеб. Я думал, дома есть там, из дома возьму. Сейчас, ну, если что, вы, получается, если что, купите. Да, но Абат хотел домашний хлеб. Да, я люблю просто домашний хлеб. Да, из-за этого, да, я не знаю. Сейчас вот... Ну, в принципе, хлеб 110 тенге, по-любому. Да, ну, 100. У нас, в принципе, вышел там где-то 800 тенге, но... Да. Ладно. А вот из-за домашнего. А, получается, вот Багдад сейчас идет туда. А, он сказал, там растут груши. Яблоко. Яблоки и груши. Да. Ну это если как попадете. Да. Сейчас мы вот туда мы идем. Подойдем, да. Посмотрим. Да. Давайте. Поснимем. Получается, сходили за этими. Как? Груши. Не знаю, просто позырили. Да, да, показали. Там надо, кажется, в огород зайти. Нет, это вообще чужая зона. Да, я не знаю, я не полез, я издалека так помахал руками, ничего не видел. Да. Ладно. Вот так, да. Ну все, пришли на свое лежачее, да, место. Здесь. Спальня, как говорится, да, или будем... как там зал. Все, сейчас начнем. Да. До утра теперь. Ну, в принципе, сейчас будем говорить, как проходит. Да. Мы, короче, у нас было... Как мы переночевали в палатке, короче, рассказывали, да, эмоции, да, там? Да, да, да. Сейчас, ну, расскажем, как в машине, ага, переночуем. Дальше больше будет интересно, как говорится. Да. Пойдемте. Примерно вот так выглядит внутри. Да. Получается, это задние места. Да. Быстро этот, быстро мусор. Угу. А, вот средние места. Вот задние, получается. Да, сейчас сидим. Она прямо складывается. Да. Вот, получается, средняя. Средняя. Ряд. И вот первый ряд. Это первый ряд водительский. Вот так вот. Сейчас включим. Да. Это вот водительская вот сторона, вот, короче. Да. Вот, получается, водительская. В принципе, вот так вот. Конечно, не пятизвездочный отель, но вообще, я думаю, переночевать как бы, да? Удобно. Да. Ну, все равно, в своей машине, я думаю, будет удобно. Да. Вот так вот мы решили делать переночевать. Да. Попробуем сейчас. Покушаем. Вот воды взяли вот. Да. Вот так вот. Не было, ну, просто, да. Просто, ну, то, что было дома, там взяли. Вот так сейчас. Ну как сейчас? С утром расскажем. Удобство. Нет, еще будем. А, ну, сразу, да, утро, наверное. Не, вот так, да, сразу закроем и откроем. Утро, привет! Да, вот так, не будет так такого, навряд ли мы с утра будем так кричать. Да, с утра уже. Я посмотрим, наверное, выспимся. Да. Здесь, получается, комары. Вот, вот такое я одеял взял, небольшое, да, одеяло. И я вот, получается, себе вот такой тоже, да, одеял. Тоже одеяло, две одеяла, да, короче. Лучше вот все равно берите, ну, эксперимент экспериментом, но... Да, ну, а вдруг мы же... Здоровье, да, важнее всегда. Ночью же не будем бегать на мой... Если что, замерзнем. Ну, навряд ли замерзнем. Сейчас как бы лето. Да. Ну, ребенок катается на велике. А уже почти час ночи, да? Час ночи, а ребенок уже катается на велике. Как бы так, да, сейчас будем рассказывать еще что-нибудь. Да. Ужастики, наверное, сказки какие-нибудь. Ладно, шутка. Да. Подписываемся. Сейчас выключаем. Будем включать и говорить, как, да, проходит наша ночь. Ночь. Да. И ставим колокольчики. Не забываем. Будьте с нами. И вот, получается, лежу сейчас. Сама лежит рядом. Он смотрит телефон мобильный. Ну, не знаю, что-то, наверное, интересно. Вот так примерно у нас проходит время. И пока не сильно хочу спать. Очки убираем. Ключи вот сюда поставил. Очки тоже можно было на первый ряд, но ладно, лень. Подождите сейчас. Вот так. Сейчас сам просил выключить. А я хотел что-нибудь сказать, так вот, народ. Че, подписываемся, ставим лайки. Оставляйте свои отзывы, да, там. Вот. Решили подключиться к нашему эксперименту. Салам алейкум. Да. Алихан ради этого пришел. Да, походу. И багдадский. Да. Мы решили тоже вместе себе попробовать и решили чуть поесть. Они тоже решили с нами. За компанию, да, походу? Да, еще не просто пришли с молоком, да, и с хлебом. Ну, вы, получается, здесь останетесь ночевать, да, получается? Да, до утра. Подумаю. Нет, дома останется, да? Да, ты с нами, да, короче? В нашем эксперименте, да? Здесь 12 ночи. Ну, до утра, получается. Короче, 24 часа не вылезаем. Сейчас мы, наверное, покушаем. А что? Идея. Да. Что? Мы сейчас ночуем, да? А вот...
Алехандро сейчас нам дал идею 24 часа не вылезать из нельзя. Машины. Не-не-не. С не, машины нормально, надо нормально. Вылезать. Надо. Не, не будем вылезать. Нет, будем. Это будет давайте в дальнейшем в следующем, обдумаем. Да, сейчас. Как бы обдумаем. А сейчас мы до утра только побудем да, здесь. Побудем, да. Посмотрим, да. В другом видео. Да, вот. Подумаем. Если идея вы была хорошая. Да. 50 лайков. Это не лачишься. Давай больше. Давай 100. 150. Да. Что-то мальчик не может больше все равно добавить. Да, да, как-то так вот. 10 тысяч. Да, мы сейчас покушаем. Поедим что-нибудь. 10 тысяч. Перекусим, точнее, там так перекусим. И потом посмотрим дальше. На мелочь. Да. Вот там получается... Племяш, Бага с нами. Да, мы остались здесь. Да, решили с нами тоже в этом эксперименте поучаствовать, короче. И вон там Самат. Самат, как там? Передний. Нормально. Я передний ряд перешел, получается. Да, на пассажирский. Да. Самат перешел на передний пассажирский, короче. Да. И опустил сиденье до конца. Да. Как тебе удобство там спереди? Нормально? Вообще удобно дома, но как бы эксперимент. Да-да. Будем, ну, как бы не будем жаловаться. Да, вот именно. Да, в принципе, вот да, нормально. Вот. Я думаю. А, посмотрим. У нас, считай, да, уже нет, спальня одеяло, отличная, да? Да, спальня, считай. Вот, я на пол. Сейчас, Самат все просит, просит. Вот, например, я сейчас лежу в длину, и у меня ноги не достают на переднее сиденье. Хоть я переднее сиденье, я не дергал. Ощущается, да? Да, смело, здесь смотри. Здесь можно 4 человека спокойно, 5 даже, да? Я вот водительское сиденье не трогал, я тупо лежу, но у меня ростом 175. Сиденье здесь что-то, я думаю, неудобно будет. Здесь как более-менее, здесь как бы, думаю, 3 человека. Ну, 4 человека точно могут с удобством, в принципе, можно полежать. Да. 5 да. даже можно. Ну, в тепле 5 это... полежать. Не, уже будет 5 удобно, не будет. Да. 10, то неудобно будет. Как-то так, мы уже легли сейчас. Уже где-то... 2 часа ночи, по-моему, да? Да. Вот так. Мы сейчас вот будем нет, лежать и... 1:20 получается время. Uh-huh. Здесь можно лежать и смотреть на звезды, если они есть. А у Самата еще и люк есть там, да? А, вот, кстати, люк здесь. Да, здесь он может открыть, наблюдать да. на небом, как говорится. Ну, я не небо, вижу, а здесь это... Светит. Да, есть там, получается, как и у нас, вон вот так. Потому что мы как бы во дворе. Здесь еще люди и так проходят, на нас смотрят. Все смотрят и проходят, несколько вот пошли. Обсуждают. Ну, видно, что на нас смотрят и обсуждают что-то. Вот так вот проходят. Сними, а вот там. Вот двое его. Пошли. В принципе, эксперимент, думаю, пока идет своим ходом, нормально так и. Сейчас лежим, племяш вот рядом. Алехандэ меня одела. Вот, сейчас дальше больше будем рассказывать, если я не усну случайно. А если усну, там пацаны, наверное, ну, будут издеваться. Вот. Да, с утра, наверное, снимем. Да, вот. Дайте. А сейчас, типа, на боковую уже, да, пора? Да, уже спать. Да. Вот так, все, подписываемся, ставим лайки, дальше больше. Будет интересно. Всем доброе утро. Мы проснулись. Да, доброе утро. Сейчас уже 8 утра. Полдень. Чуть по окошко пооткрывали. Солнце светит. Душно. Да, ну, стало. Да, в принципе, вот так вот, в принципе, ночь прошла. Что сказать? На переднем сиденье чуть неудобно спать. Ноги. Некуда деть. Сзади, насчет сзади, не знаю. Сейчас сам скажет. Назовись. Уснул, проснулся утром от солнца. Походу от души устали, что ли, не знаю. Не... Вообще нормально, выспался. Глаза вон опухшие, покрасневшие, значит. Так. Да, легли и уснули, короче. С утра проснулись. Вот так. Выспаться здесь можно? Да, можно. Да. Чуть неудобно, но можно выспаться. Ну, удобно, знаете, на кровати, как говорится. Теплым одеялом. А так, нормально, вполне нормально. Вот так, подписывайтесь на канал, ставим лайки. Будьте с нами, дальше больше будет интересно. Добавь от тебя. А да. Эти, вон двое. Спят еще. Все еще спят здесь. Все, всем пока, до новых встреч.